Прежде чем начать видео, хотел бы порекомендовать вам Goldify. Это сервис, позволяющий бесплатно добывать игровую валюту с помощью майнинга, в том числе и для танков. Если у вас мощный компьютер и зачастую он простаивает без дела, то Goldify поможет подзаработать вам голды на премиум аккаунт или даже премиум танк. Все просто, качайте приложение по ссылке в описании, вводите реферальный код, чтобы получать дополнительные кредиты, выбираете игру и выбираете уровень загрузки компьютера. Больше делать ничего не нужно, теперь компьютер сам будет приносить вам золото. Грани, мы знаем, что тебе лучше не говорить плохо о разработчиках, поэтому моргни в течение минуты, если солидарен со всем танковым комьюнити, считающим Панкова самодовольным и тормозящим развитие игры индюком. Нет. Панкова-то... Тахацу, нет, это не так далеко. Здравствуйте всем, друзья. Вечер добрый. Левша хочешь показать? Ну давай, сейчас зайду в ТС-ку. Чё, проблема что ли? Так, а его что-то нету в ТС-ке. Привет. Мне просто не сказали, что ты между. А мне сказали, что ты со мной поиграть хочешь. Это неправда, да? Меня обманули? Хитрые зрители. Тогда его это будет жестко. Нормально. По 600. Мое мнение, это нормально. Вот фугасы это зло. Вот мы приехали в 4. Мы тут 4 фугасных танка. Что делать этим Т-10 бедным за камушком? Да, но эти бедолаги только могут убежать. Нет, не могут. Нет, не могут. Блин, а знаешь, каких комментариев орал? Мне когда говорили про обкуренные, там сидит обкуренный, угорает, да, блин. То есть человек, который писал писали эти комментарии, сразу понял, что они никогда сами не курили. Обычно обкуренные как птеродактили орут. Как только Джобу сказал, где он тащится одним снарядом, это... Мне кажется, я бы на этом закончился бы прям там. А, они ведь оба штурмовые, вот, ПТ, но фош шьется везде, вот. А объект пробить еще трубок. Вот этот стрелял, да? Угу. Приятная игра. Грани, у тебя в бутылке интересная жидкость, похоже на незамерзайку. Дома прохладно, отопление выключили, вот я, чтобы не замерзнуть, употребляю, так сказать. Вкусненько. Ну я такой, типа, весь на врыве. Еду воевать. Все, ребят, я больше не на врыве. А победки-то где, ребят? Хватит это терпеть, пора идти на 10-й и ломать лица. Якпанзер. Я иду к тебе. О, сейчас поедем воевать. Чувствую эти пробития. Все, Якпанзер топ-1 танк. Кто не верит, тот не верит. Шкода. Да, это жестко. Ты, Джофф, на своем стриме сказал, что вы были лишние в разговоре с разрабами, хватило бы его и вспышки. Так, а я что-то по дурости на основной аккаунт зашел, ну да ладно. Наверное, все-таки передумаю, да, потому что что-то давай, там 268 потел. Давай, надо, чтобы нам было весело, а не чтобы нам кто-нибудь по спине стрелял. Да, так, да. Так, а у тебя можешь... какой никнейм на пресс-аккаунте? Андрюш. Эвил Грани, как ни странно. С подошвой на конце, да? Surprise, motherfucker! У меня еще одна есть. Что-то тут умер фланг. Минус 4 танка. Я даже отъезжать не хочу никуда. Ребят, я гопнул еще из-за 4-го на фул барабан. Как называют танкиста, который любит играть на фашах? Фашист. Почему нет? Ты понимаешь, 5 боев он сыграл на ИС-4. Это было его 5-й бой, да? 0% побед. 0% Вы про кого? Танкиста. Мазохиста. Я думаю, он испытал удовольствие, раз он мазохист.
в этом бою отдал средухе 900. Он отдает 900 и думает, блин, сейчас попрет. Сейчас пойдет. А тут это максимальный похож... урон его за бой. Да, так это лучший его бой еще был при этом. Прикинь, на ИС-4 тебя сфокусил Фош, и это был твой лучший бой. Желтый-желтый-желтый снег. Синие бабищи. Блин, вот это очень сложная карта для гоп-стопа. Давай другую кто. Я не попал. Блин, вот это очень сложная карта для гоп-стопа. Он даже не стрельнул, да? Нет. Мы можем прямо в наглую проехать, вот прямо сюда, вот прямо подняться. Еще один. Там был не один. Подвигайся, дай проеду. Пробел. Цель захвачена, цель потеряна. Не, танк определенно не имба. Самое главное, что мы там услышали, это то, что 268 в ближайший патч не понерфится точно. Паш, твой зритель задонатил, пишет: Леша, спасибо тебе за работу в киберспортивном мире, и я не согласен, что ты его похоронил. В данный момент ты единственный, кому не пофиг на киберспорт. Когда Паша разметится, можешь повторить. Да зачем, ладно. Спасибо, спасибо тебе. Паша заметился, я понял. Без тени сомнений, давайте врываемся. Ну да. Ну и пятый молодец, первый. Давай, давайте дальнего, 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 чтобы не уехал. Да. Я не могу в нем, он закрыт. Они в высоте, два друга же, да? Угу. Дружбе конец, похоже, после этого боя. Не друг ты мне. Да проверим, как там. Блин, мне союзный ТВП гусеницы сбил. Произвожу задержание опасного артовода. Семки есть? Есть. Вот этот вопрос, через лево или через право нам их убивать? Через право, наверное, Андрюх, потому что там союзники есть, а слева точно никого из наших. И в борт зайдут, и габал. Ну, да. Хороший вопрос. Это уже был ответ, ну ладно. О, мы в ущелье летим, да? Да. Да. Давай ты берешь? Да. Давай левых. Угу. Меня что-то там подзадержали. 430-й наивный уехать хотел. Грель бежит, смотри, по болоту бежит. Убежать не может. Спиной. Володенька, не надо. Мы же тоже умеем бегать, Володя. Ё-моё. Володя, ё-моё. Володя, сколько у вас по физкультуре? Володенька, не когда-нибудь хочу. Вы сдадитесь, Володя? Нет, я не хочу. Володя! Я не хочу. Володя! Я хочу человека порезать. Володя. Да нет, ё-моё, мне некогда, в самом деле. Володя. Некогда мне! Бегите, Володя! На альфа не прошла. Тапок, братан, ты чё тут танкуешь? Здорово. Прыснем. Он взял меня и пробил ББшкой. Чё-то бац. Пережевнул. Там ещё, может, семёра своих хп берегла для нас. Да, это так и есть. Посмотри. Так не пройдет. Не, танк определенно не имба. Я бы вообще ноль запушил. Я тоже думаю по зеленке. Го ноль пушить. Я так и хотел. Я борт немножко подвернул. Я вообще, что такой толстый? Толкаешься. Я в жизни не видел, что. Не знаю, куда. Все спрашивают, ты че, говорит, укуренный был на стриме с разработчиками? Только... Я же грани говорил, если бы я был укуренный, я бы как птеродактиль орал там на всю студию. Так что без шансов. Лайк, если хочешь накурить левшу, чтобы услышать птеродактиля. Пинг пишет, что я один набрал в поиске крик птеродактиля, говорит. А вы на кумисах? А я пойду на ютубе, наберу крик птеродактиля. И включишь, да? Ну-ка послушаем все вместе.
Блин, вот надо в следующий раз у разработчиков все-таки выяснить, почему вы тут турбо победаете. Бесит аж. Как садимся во взводе на 3 имбы, так одни турбо победы. По математической модели все в порядке. Оп, семерочка, понял, что что-то пошло не так. Что хпшки раз и кончились. Не, танк определенно не имба. КамАЗ его протащил. Да-да. 0 хп, 0 хп. Со стороны это выглядело так, что у тебя 0 потери скорости, а он моментально ехал там свои 40 в минус 40 сразу. Не, танк определенно не имба. Ты прикинь, как ему страшно сейчас. 3 пьяных чувака на него едет. Так, смотрим крышку. Нормальная. Тестируем спину. Куда пошел? Ребята предлагают шахнуть на як пестов трех трех. Ну да. Бой, может быть, это будет последний наш бой. Да. Медленно альфово проедем. Ой, грили. Ой. По что нельзя ехать? Грили бат отсюда дали. Самое прикольное будет, если фугасом не пробьешь еще. Альфа. Да. Принял, 3 минуты отсюда сюда ехал где-то, да? Просто сдохнуть. Добро пожаловать в мир бесполезных танков. Wargaming мы собираем статистику. А на сегодня на этом все. Спасибо, ребят, всем, кто смотрел. Пойду отдыхать. Всем счастья, здоровья. Пока-пока.